Он из Москвы. Шок полный. Не, я лишь могу порчу навести. Всем привет, меня зовут Раиль, открываю новый сезон чат-рулетки, поэтому сейчас будет рубрика «Гитарист не притворяется новичком в чат-рулетке». Привет, как дела? Нормально, ты как? Нормально. Че, со стула еще не падал ни разу? Не, не падала. О, не сыграй что-нибудь? Давай, сыграем. Твою любимую песню или исполнителя? Мой любимый исполнитель — это Макс Корж. Вау, мой тоже. Совпали. О, круто. Ты прям все песни знаешь? Ну, почти все. Ну, только старые, я их не очень люблю, некоторые. Ну, это стандартные песни. Да. Никто не называет вот песню, которая не очень у него популярная. Ну, как сказать, мне она очень понравилась. Ты сейчас ее узнаешь, но это не та песня. Эй, братик, ставь турку на плиту. Мужики вышли на перекур. Что-то нового давай обсуждать. Паром изо рта красит темноту. У кого в гору пошли дела? У этого квартиры ребятишек полна. Так же хорошо ведь было и у тебя, пока не появилась она. Ой, малолетка. Ай, малолетка. Ой, малолетка. Незаметно сжимается клетка. Ой, малолетка. Ай, малолетка, ой, малолетка. В темноте обрывается лента. Все, 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 стоп. Это не пожар, брат, это поджог. В юность заглянуть думал только разок. Но эта улыбка точно первая любовь затянула налево. Нежное тело, запах как последняя школьная перемена. Поцелуй, будто ныряешь на куриное море крема. Волны запирают, не знаю, что делать. Бьются рубашки на ветру. Мужики вышли на перекур. Ты давай, брать, там... Это очень круто, блин, это очень классно. Я, походу, нашла себе мужика. О, ура! Оу май! Тебе бы, знаешь, в Питере на уличных концертах играть. Блин, я бы там стояла, просто кричала все песни. Ну, у меня бывают такие, только уже не уличные, я уже наигрался на улице. Ты по-любому не слышала малолетку под гитару еще? Да, а так в основном все поют стандартные песни по типу «Горы по колено», «Шантаж». Не забывайте, если вы хотите научиться играть на гитаре, скачивайте приложение Тимбро на ваш телефон. Вы щелкаете по своей гитаре, выполняя всякие упражнения, задания, и приложение слышит все, что вы играете, поэтому подключать ничего не нужно. И, кстати, появилась новая функция — виртуальная гитара. Если у вас нету своей живой гитары, вы можете поиграть на виртуальной. Выбирайте ежедневную цель, сколько баллов вам нужно зарабатывать каждый день, выполняя всякие упражнения, исполняя мелодии, разучивая разные песни. Сейчас ракешник будем разучивать. Завершена с точностью мастера. У легенду заработал Емак. Новая ачивка. Качайте приложение по ссылочке в описании. Работает как на Android, так и на айфоне. Погнали дальше. Привет. О, сыграешь что-то? Вы как раз у подъезда, да? Да. Подъездные песни нужны, я так понимаю. Подъездные желательно, да. Классно было. Так, а что у подъезда поют? Сейчас новые моды же, да? Или Цоя все еще поют? Не любовь. Вот такая, смотри, это типа гимн такой для девчонок. Ты полюбила дурака вновь, дурак зовет жену чужую дочь. Твое имя не забыто временем, но дочку называет твоим именем. Ты полюбила дурака вновь, дурак зовет жену чужую дочь. Твое имя не забыто временем, он дочку называет твоим именем. Ночь, горели фонари, романтика луны. Бессонные глаза не видят в людях правды. Но дайте позвонить, мне только позвонить. Я брошен у подъезда, брошен у ограды. И сколько мне было, я знаю точно. Твои цветочки скрыты оболочкой. За оболочкой ржавая заточка, что метит мою спину, дабы поставить точку. Ты полюбила дурака вновь, дурак.
дурак зовет женой чужую дочь. Твое имя не забыто временем. Дочку называет твоим именем. Очень классно, я знаю эту песню. О, попал, хорошо. Ты где сказал, в каком городе? Саранск. А, нормально, знаешь местный язык? Да, я местная. Вау, давай что-нибудь бабахни, не знаю. Давай что... не будем. Почему? Потому что это очень старый язык. Ну еще смотри, я что могу сказать. Мин тотарша йохши блям, теперь ты. Да, не мордовский. Да. Но... А что скажи, я люблю гитаристов. Монвич Ксян гитарист. Четко. Мне нравится, как звучит. Не забывай главный язык. Все, скорее всего, забудете все равно. Но ты же можешь понтоваться, то, что ты круче, чем остальные, потому что знаешь язык. Люди не понимают этого, а вот чуть позже, когда там взрослеешь, ты такая, блин, а я все-таки круче, два языка знаю, все дела. Возможно, еще... да, привет. 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 Красивая? Пой петь будешь. Ой, пой это на гитаре петь. Ну ты присядь, спою. Не тверкай. А, нет, давай вот так сделаем. Смотри, я запою, и ты попробуй под этот ритм затверкать, хорошо? Давай. Только подальше отойди, чтобы прям движения были видны. Да, погнали. Вот смотри, такая есть песня новая у Славы Марлоу. Легкая. Сейчас. Она бизнес-вумен из Москвы. Она носит строгие очки. Она бизнес-вумен из Москвы. Она считает цифры, дарит свои циферки. Здравствуйте. Здрасте, а мы же уже разговаривали вроде. Нет, я как будто вас видела или мне показалось. Ну вот, мне тоже показалось, что как будто виделись. Нет, погодите. Как будто нет, где-то я на Ютубе, может быть, видела. Вряд ли. Да нет, вряд ли. Нет, погодите, я еще можно чуть-чуть посмотрю? Любуйтесь! Нет, Юля, я его реально видела. Где? В Ютубе я его где-нибудь видела. Нет. Да ладно уж, врать-то я, какой Ютуб? Нет, реально, без шуток. Ну, я тоже не шучу, да. Я бы был рад, если бы у меня был там канал или ролики. Чё ты врёшь-то, ну вот, в наглую? А вы можете, пожалуйста, сыграть что-нибудь? Ну, в принципе, могу. Чё нет-то? Давайте. Что хочешь? 100 года. Любимый артист есть? Любимый артист есть? Так, а, вот смотри, такая вещь есть. Сейчас. Вот. I got a love and feel, I got you my mind. I got a love my skill, my la 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 la. I got a love and feel, I got you my mind. I gotta love my skill, my la-la-la-la-la, ja-ja-ja will. Окна зависим, будем мы опять принцессой. Yes, but love-ами не взять твой will. Ну, ралиси мы на боли по годам, взорвемся вместе. За мгновение облететь планета нипочем. То барабанит дождь, так скал, да печаль. Но ты свет нам добра озарила свободу. В танцы двигались бедра. Ты моя румба, ты моя самба. Ты моя сальса, ты моя танго. Дыма на Бали, боли мы на Валдай. В этих объятиях со мною летай. Это очень круто. Все, я уверена, я 100% тебя видела. Прям голос даже такой. Да? Прям похож? Да. Сейчас, погоди, поискать. Это ты. Да нет, я уверена, что я видела. О, да ладно. Да, 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 так называлось. Обалдеть. Молодец, смотри-ка, вспомнила. О-о-о.
я прям вижу, ну, по внешности очень похож, а потом как бы давно запели вообще. Я просто, наверное, когда-то там на гитаре пыталась играть, наверное, наткнулась на ушкала. Точно. Ну да, давно, видимо, было. Я сначала думала вообще, что там может какая-нибудь просто картинка. Ну. А сейчас я просто уверен. Ты прикинь. Обалдеть просто. Да вообще это шок полный. Спасибо, ну, давайте, большое. Пока. Давайте, пока. Я очень-очень рада. И вообще у меня сегодня, наверное, лучший день. Спасибо, пока. Привет. Здравствуй. В машинке? Да. Нормально. Куришь? Да. Все так печально? Ну, я уже совершеннолетняя, почему бы и нет? Ну, была бы в Америке, еще не была бы совершеннолетней. В Азии тоже. Ты проверяла, изучала? Я раньше интересовалась азиатской культурой. Ага. Так что да. Анимешки или просто так в общем? Анимешки, поп, дорамы, да и просто культура, мифология. Это все очень интересная тема. Да и не только азиатская мифология интересна, все. Это все. Смотри. Я, наверное, единственный человек, который еще не посмотрел эту драму, ну ладно. Видишь, ты не зря меня сейчас увидела здесь. Я даже сыграл, чтобы еще один знак тебе. Посмотри. Ладно, я сегодня приеду домой, обязательно посмотрю, потому что надо, я считаю, надо быть в тренде, да, все дела. Ну, редко же что-то такое выстреливает, типа дорамы или сериал, тем более корейские. Да, ну, популярен был фильм корейский «Поезд в Пусан». Он даже у нас в России вроде как в кино проходил. Три части вроде, или две. Кстати, ну там актеры из «Поезда в Пусан» там тоже есть. Только да, он не в главной роли. Кстати, мой любимый актер, его зовут Ли Гон У. Могу тебе еще посоветовать классный сериальчик с ним. Давай. Называется «Токеби». Демон. «Токеби»? Ну-ка запишу. «Токеби». Я потрогал, будто доктор, и опусти, она тянет мою шею, зубы делает мне куся. Давай, спой нам что-нибудь. Ну, не эту песню точно. Давай другую. Какую знаешь? Дальше. А помимо этого, что слушать? «Руки вверх». Хороший певец. «Забирай меня скорей, уводи за самарей, и целуй меня». Ну, давай. Забирай меня скорей, увози за стумари, и целуй меня везде, я ведь взрослая уже. Забирай меня скорей, увози за стумари, и целуй меня везде, 18 мне уже. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, позвала всех своих подружек. О, Канджи, я ведь день рождения у тебя. Прикольно! О чем вы там болтали? Мы пели! Мы болтали, как ты красиво поешь. Вау, как приятно. Че, голос похож на оригинал? Да, очень. Ты под фонограмму поешь? Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Или сам? Да, я же слышу, что вы об этом говорите. Он под фонограмму поет, да? Ты под фонограмму поешь? Ну я включал, могу сейчас сам попробовать. Давай. Да, попробуй сам. Ну сейчас не буду включать, да? Да. Ну давай. Сейчас. Так. Забирай меня скорей, увози за сто морей. Сейчас. Я вообще не понимаю, что творится. Не, ну ты же говоришь, фонограмму включил. Фонограмма. Почему? Ну, вот смотри, ты... вот смотри. В фонограмме там бит звучит, типа... Ну, там всякое такое, да, инструменты. А я сейчас делаю, вот смотри. Давай попробуем без фонограммы. Я просто играю вот так. Мари, бой. Просто с вами разговариваю, а это значит, что уже что, не фонограмма, да? И сейчас попробуем. Забирай меня скорей, увози за сто морей. Я же не пою под фонограмму. Красиво, очень. Поверили? Теперь поверили? Да. Спасибо большое, что наладил наше настроение такой прекрасной песней. А сейчас опять играла песню «Инстасамки».
Я немножко разочарован. Но лучше бы Моргенштерн звучал. Жопа на садике? В садике жопа, да? В садике, да. Ну что у вас там? Тоже импланты уже везде? Да, они импланты. А ты парень на самке? Да. Узнал, что ли? Да, мы узнали. Можно в толпу? Ребята, вы реально хотите, чтобы такая музыка царствовала в России? Вот я пишу песни, они не востребованы в полной мере, они не в трендах. Хотя я считаю эту музыку качественной, душевной, со смыслом. Помогите стать популярной именно такой музыке. Слушайте ее. Ссылочка на мой альбом будет в описании под видео. Планирую дальше снимать еще несколько рубрик, поэтому, чтобы не упустить, обязательно подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий. Какая реакция, какая песня тебе понравилась больше всего. Ну и до скорых встреч. Пока.